Цивильском районе сегодня произошло еще одно ЧП. На федеральной трассе лоб в лоб столкнулись два грузовика. От сильного удара обе фуры загорелись. Их тушение продолжалось несколько часов. Движение по дороге пришлось полностью перекрывать. Образовалась большая пробка. Водители получили серьезные травмы. Пассажирка погибла. Грузовые машины на обочину убрали только утром. В прицепах все еще продолжали гореть оконные рамы. Строительный материал перевозила одна из фур. Сегодня эксперты начали выяснять причины аварии. Возможно, что один из водителей превысил скоростной режим и не успел затормозить на скользком участке.